Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, ссылочка на предыдущее видео по Морталу вместе с плейлистом будет в описании, а у нас боевая лига. Четвертый сезон. Ну давай, давай, за кого поиграть? За Рейден давай поиграем. Винсент. За кого ты будешь играть, Винсент? За Джаксон будет играть. В каком стиле? В стиле выжидания. Ага, стиль выжидания. Это у нас стиль такой, с захватами получается. Так, получается. Четверной захват. Еще и командник. Опасно. Ой, слушай, ну это вовремя прям. Угу. Не поверил, да? Ах ты, тихо. Будет сложно отсюда выбраться. Будет сложно отсюда выбраться. Ну-ка, перестань. А, ударил по земле. Я все думал, когда же мне фейтл все-таки использовать. Надо из угла, короче, выбираться. Не-а. Да, тут попробуй угадай. Воу. Не понял он, да? Ух. Да, силен зверь. Давайте думать, что против него будет работать. Значит, я должен опять попробовать обратиться за помощью к товарищу Гиросу. Ведь у него есть... контроль в ноги, и у него есть угадаечка, на которую, возможно, он среагировать не сможет. Давай пробовать. В прошлый раз это помогло, в прошлом выпуске. Может быть, поможет еще раз. Когда я играл, получается, за Джонни Кейджа, против Кэсси, и вообще ничего не получилось. Потом за Гироса получилось. Давай посмотрим, что будет. Угу, то есть он и это понял. Он и это знает, да? Так. Отлично. Угу. То есть он вообще хорошо знает, да, матчапы? Да, он хорошо знает матчапы. А почему я ж попал? Или там перфект блок был? Непонятно. Ну.
Не угадал. А теперь я не угадал, да? Но у него опасный момент, имейте в виду. Вот и все, раунд есть. Определенно лучше. О. О, обманул, не доделал вообще ничего. А, теперь он вот так вот, да, решил. Сложненько. Ух. И вот не угадаешь, что он хочет сделать. Я еще живой. Сейчас он сделает ролл, и я его убью. Нет. Нет. Я же сказал, что будет лучше. И стало лучше. Я быстрее просто ударил. Это плохо. Это очень плохое начало. Нормально. Я отлежался, это мне помогло. Опа! Развел. Оп. Иди сюда. Это прям наказывается так, да? Ой-ой-ой. Он хотел в дыру между ударами как-то пролезть, и в итоге... Давай колено. Колено? Отлично. Стой! Опа! Давай, сделай ролл. Это не ролл. Не! Не угадал. Думал, что я уверхать буду, да? А я не буду. Ух ты! Если бы я подождал, он бы умер. Вот и все. И нету Билла. Жадность Билла погубила. Потому что это боевая лига, и здесь выживают только самые сильные. Да, ребята, бой был, конечно, очень напряженный. Джакс в ближнем бою и на средней дистанции довольно силен. И довольно быстр, да. Но на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Делитесь этим видео со своими друзьями и комментируйте данный видосик. И не забывайте, что ссылочка на предыдущее видео по Mortal вместе с плейлистом со всеми сериями будет правильно. Она будет в описании. Всем спасибо за просмотр и всем пока.